Егорке подарили компания «Пятерочка» за то, что он нарисовал красивый рисунок к Новому году. Вот такой домик. Он там уже себе обустроил жилище, весь довольный. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Ну вот и настал Новый год. Теперь входим мы в этот Новый год с лучшими надеждами на будущее, да, что все-таки в стране что-то изменится, и не только в нашей стране, но и всему, по всему миру. Вот, закончится эта несчастная пандемия, вот, и все у нас у всех будет хорошо. Я вам желаю еще раз всем добра, здоровья, счастья, удачи, любви, в общем, всего самого наилучшего. Мне от подписчицы Галины Александровны из Краснодара пришла посылочка. Сейчас хочу посмотреть, что в ней. Приятно получать подарки. Салфеточка вот такая. Так. Мистик. Салфетка для стекол. Все, компания Аква. Салфетка для мытья посуды. Я так понимаю, вот это полотенчико какое-то. Салфетка косметическая. Так. И паста. Так, мелкий шрифт, потом дочь придет, прочитает, какая-то паста, наверное, для мытья чего-нибудь. В общем, всякие салфеточки для мытья посуды, экологически чистые. Галина Александровна мне написала, что это специальные салфетки, их можно применять без всяких фэри, то есть они хорошо очищают и посуду, и стекла, и все остальное. Поэтому будем пользоваться теперь в этом году без всевозможной химии. Спасибо вам большое, огромное. Да. Ой, кто это к нам идет? Кто это к нам идет? По лесам, по горам, я спешила в гости к вам. Дедушка со мной собрался, но в дороге потерялся. Ребята, вы не видели дедушку? Нет. Ну идите сюда все, идите, надо покричать же Дедушку Мороза-то. Нет. А где же дедушка? Дед Мороз! Да. Давайте все вместе крикнем. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Ну, как у нас там? Да это у нас Бычок, Федя! Да, Федя Бычок. Это ты? Да. А мы Дедушку Мороза ждали. Ничего себе! Что-то я его даже не нашел. Мы тут желание загадывали, чтобы дедушка к нам пришел, а явился ты. Ну, это все правильно, ведь ну, год-то у нас Бычка. Бычком-то идите, не бойтесь. Ой, какой Бычок! Он очень добрый. Ой, как здорово! Наш год приходящий такой же добрый будет, веселый. Класс какой! Ребят, огни на елке светят, дружно пляшет хоровод. Давайте с вами встретим лучший праздник. Новый год! Он старик большой, красивый. В красной шубе или синий, белой бородой зарос, это... Дед Мороз! Точно! Давайте еще разочек погромче крикнем, ну уж точно, наверное, услышит о нас. Дедушка Мороз! Слышу! Спешу! Спешу! Ой, чего тебе? Шел я лесом, шел я полем, выпустил метель на волю, заковал я речку льдом, заглянул я в каждый дом, пощипал детишкам нос. Кто я? Дедушка? Молодцы! Здравствуйте, Федя! Здравствуй, Снегурочка! Шел я к вам через овраги, все коленки ободрал, по дороге выпил браги и Снегурку потерял. Пробирался через лес я, победил витаминоз,
Наконец-то я добрался. Здравствуй, дедушка. Молодцы. Обнимите хоть дедушку. Давайте скорее с вами обнимемся скорее, скорее. Присядьте. А кто? Гости дорогие, вы, наверное, устали. Да, с дороги. Присядьте, гости, присядьте. Поздравляю. А стишки устали приготовили для дедушки? А как? Так, песню, отлично. Сейчас дедушка возле елочки сядет. Давай. Возле елочки дедушка сядет. Да. И мы с вами будем. Я хотя бы два. Два, молодец. Так, Егорушка. А мы еще с тобой разберем письмо от Кожевина Егора. Кто писал мне? Я. Ты писал? Вот по почте мне пришло письмо. Давайте. Два хлопка над головой. Два хлопка перед собой. По коленам бьем ладоши. Прыгаем на правой ножке. И на левой непременно. Наконец одновременно. Прыгаем на двух ногах. Вот такой у нас бардак. Опа! Опа, Америка, Европа, пляшем мы у елки в ритме русского хип-хопа. Опа, опа, Америка, Европа, пляшем мы у елки в ритме русского хип-хопа. Два хлопка над головой, два хлопка перед собой, по коленам бьем ладоши, прыгаем на правой ножке и на левой непременно, наконец одновременно прыгаем на двух ногах. Вот такой у нас бардак. Опа, опа, Америка, Европа, пляшем мы у елки в ритме русского хип-хопа. Молодцы! Ура! А теперь давай письмо читать твое. Так, здравствуй, дорогой дедушка Мороз Иваныч. Меня зовут Егор Кожевин. Мне 5 лет. Это ты? Да. Молодец. Я увлекаюсь машинками. Машинки любишь? Да. У тебя какие там разные, да, разные машинки у тебя? Да. Настоящие машинки? Дверки открываются там у тебя? Да. У больших открывается, а у маленьких нет. Не открывается. Ну ладно. Так, в этом году у меня было много интересного. На день рождения ко мне приходил Человек-паук. Приходил? Да. Он сейчас там сидит. Я когда объехал к тебе, я видел его. Где? Он в домике у себя сидит, мерзнет. На улице же холодно. Да. Только мы можем со Снегурочкой и с Федей ходить по улице. А я тоже снега не боюсь. Молодец. Я баллон с ним играю. Надеюсь, у тебя этот год тоже прошел хорошо. Ну да. Дедушка Мороз, спасибо тебе за подарки, которые ты оставил мне в прошлом году. В прошлом году что у нас было? Не помню. И я не помню. Так, под елкой. Это очень долго было. Ага. Музыка. Это именно то, что мне хотелось больше всего. Ты исполнил мою мечту. В этом году подари мне, пожалуйста, хоккей. Настольный. Настольный хоккей. Это под ночь, да? Ночь. Да, это я оленей пришлю. Бабе Вале передадут, хорошо? На, письмо. На следующий год мне напишешь тоже, хорошо? Так. А сейчас я вам раздам подарочки, и мы сфотографируем. Федя, ты, может, стишок расскажешь? Ну, я только один знаю. Давай, иди сюда. Про меня, про бычка. Давай, рассказывай. А ты мне подарок тоже подаришь? Федя, не наглей. Давай. Тебе уже столько подарков сидит. Да присядь, ладно. Да, присядь, ты очень большой. Сейчас все равно фоткаться будет. Федя, бычок, присядь. Да. Бежит бычок и прыгает, смеется на ходу. Закончу упражнение, к другому перейду. Я же говорю, что он бычок спортивный. И все, что ли? Да. Он сам, у меня еще дальше его. Да, ну-ка расскажи дальше. Егор сегодня первое место по стихам занимает. Идет бычок, качает. Давайте вместе. Вздыхает на ходу. Ох, доска кончается. Сейчас я упаду. Молодцы. Так, ребята, теперь я вам раздам подарочки. Все по порядку? Да. Давайте, подходите что, сюда, что? Помогай. Снегурочка, ты поможет мне в этом? Да, Снегурочка должна помочь. Да, поможет мне. Федор, помогай Снегурочке, а Снегурочка мне, чтобы мы все в совокупе. Егорушка. Ой. Давай. Поздравляю, спасибо. Поздравляем. С Новым так, годом. Синим мальчиком будет. Это Влад. Угу. Поздравляем девочкам.
Ой, красивые подарки. Подарочки. Ой, сладенького поедите-то. У меня от тебя уже есть один подарок. Есть подарок? Да. Это девочки. Даша у нас сегодня нету ее, она уехала, так, но Дима, мы ей передадим. Держи. Дима передаст, это так, его сестричка. Дима, передашь, ладно? Да. И стихотворение вспомни, на следующий год придут, ты уже будешь в школе учиться. Все, ребята, давайте, до свидания. До свидания. С Новым годом вас!